духовой оркестры, хоры, танцевальные ансамбли. Все разные, все впервые на одной сцене. Организаторы говорят, яркие, не боятся слова «потрясающий». Концерт сделать ничего не помешало. Так масштабно Красноярск еще не отмечал День матери. Состав участников этого концерта совершенно удивительный. И вот собрать их вместе на одной сцене, зажечь их одной идеей, это было для нас, конечно, такой творческий шаг. Я бы даже сказала, творческий такой подвиг. Концерт так и называется «Для тебя, мама». Более 200 профессиональных артистов наравне со взрослыми над программой работали и дети. Некоторые номера премьерные. Новшество уже то, что камерный оркестр и духовой сыграют совместно. Впервые в истории, на самом деле, такого еще не было. А для нас это уникальное событие, достаточно сложное, потому что мы очень-очень разные. И совместить нас в одном концерте оказалось достаточно непростой задачей. Работа кипела полгода, нужно было объединить на первый взгляд несовместимые стили в музыке и в танце воедино. Сами артисты рассказывают, это уникальный опыт, который поможет и дальше развивать творческие коллективы. И сложность была именно совместить оркестр и наш танцевальный, то есть мышцы все равно запоминают под один ритм. А здесь приходится немножко подстраиваться нам под них и им под нас. В этот вечер зажгли все коллективы. Организаторы уверены, каждый номер был главным. Ведь все делалось душой и для любимых мам. Диана Альтергот, Алексей Гусев, Енисей. Новости.